at where? Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Производные от thing. Something, anything, everything, nothing. Производные от body и one. Somebody, someone. Anybody, anyone в вопросах. Nobody, no one в отрицаниях. Everybody, everyone, когда все, каждый, каждый человек. Итак, это были неопределенные местоимения, которые могут быть вот так в каше, а могут быть в отдельных майндкартах. Это были указательные с местоимения «это», «тот», «эти», «те». Это были вопросительные местоимения «кто», «какой», «который» и так далее. Вот они, три группы местоимений, которые у нас два. А местоимения «один», вернусь к ним, это были те, которые отвечают на вопрос «кто что», «чей» на все остальные вопросы и «себя», «себе», «собой». Есть ли вопросы по местоимениям какого-то такого узконаправленного характера? Если нет, то мы поехали дальше. Так. Так, последние производные. И пошли. Что важно помнить про существительное, не только про его форму. Про существительное только две вещи знаем. Это множественное число и чей, притяжательный падеж. К существительному прилагается еще одна часть речи, которая тоже очень важна в английском языке. Это артикль. Кто такой артикль, с чем его едят, зачем он нужен. Артикль – это служебная часть речи, характерная для языков романо-германской группы, то есть европейские языки, и то не все. Произошли они от слова «один» и «этот». «Один какой-то» и «этот». И используется для того, чтобы показать, что это что-то новое или это что-то конкретное. В русском языке мы меняем слова в предложении для того, чтобы показать, что это что-то новое или что-то конкретное. Если мы говорим «собачка забежала в комнату», это какая-то конкретная собачка. «В комнату забежала собачка» — это собачка какая-то новая. Просто по порядку слов мы определяем, новый предмет или нет. В русском языке особенность русского языка — ставить все новое на конец предложения, а все старое — в начале предложения. То есть если мы с этого слова предложения начинаем, то это что-то нам уже известно. Известное и собеседнику известное. Это инструмент, то есть артикль – это инструмент, которым мы показываем нашему собеседнику, известен ему этот предмет, о котором я сейчас говорю, или неизвестен. Артиклей всего два в английском языке. Люди всегда страдают с артиклями. Сравните их с немецким языком, где артикль, мало того, что он определенный или неопределенный, он меняется по числам и он меняется по падежам и по родам. То есть в мужском роде один артикль, в женском роде другой, в среднем роде третий, во множественном числе четвертый. И у них еще у каждого четыре падежа. С ума сойти можно. Здесь всего два. A, который с единственным числом, неопределенный, и the, который со всеми числами, с единственным, со множественным числом, когда мы хотим сказать что-то конкретное и что-то известное. Значит, сначала пойдем по майндкарте общие артикли, все, что нам нужно знать. Значит, что нам нужно знать в принципе про артикли? Ой, как-то я так... Артикли. Значит, в общем, нам нужно знать, что он есть неопределенный и определенный. А также есть случаи, где нет вообще артикля никакого. И потом будем уже наращивать эту майндкарту. Поехали. Неопределенный и определенный артикль – это как раз вопрос выбора. Когда мы выбираем это что-то известное, и это будет «the», либо это что-то неизвестное, и это будет A. У него есть форма N, которая используется перед словами, начинающимися с гласной, для того, чтобы было слитно. An apple говорить удобно, a apple говорить неудобно. Гласная на гласную наталкиваются, начинается конфликт. Поэтому только это влияет на слово. На гласную начинается, значит,
N на согласную, значит, E. Для слитности речи. Разницы нет никакой, это его модификация. The, ему без разницы, существительное начинается с согласной, существительное начинается с гласной. В потоке речи вот эта буква в любом случае редуцируется, звук редуцируется. Если уж прям прикапываться, то если слово начинается с гласной, надо читать the, а если слово начинается с согласной, надо читать типа как the. Но в любом случае, когда вы говорите the apple, или когда вы говорите the window, там разницы особой нет, все равно звук редуцированный, он съеденный. Там «з» звучит, а какой там призвук между «з» и началом слова, там, в принципе, в потоке речи вообще не слышно. И есть случаи, когда нет артикля в принципе. Сначала мы разберемся, где используется артикль определенный, где неопределенный, и потом вернемся к отсутствию артикля. Поехали, отдельную карту делаем на неопределенный артикль, то есть на A и его форму N, который используется только в единственном числе, перед существительными только в единственном числе. Для чего? Для того, чтобы показать, что это что-то новое, и это самое главное, для того, чтобы показать, что это что-то новое и в значении любой, неважно какой. Когда я говорю «я купила платье», я вам не присаживалась на уши, что я собираюсь идти за платьем до этого. Я вам не говорила, что у меня вообще деньги есть на платье, что я присмотрела себе это платье в магазине. Если бы я вам про это рассказывала, про все, это было бы «the dress». Я говорю «I bought a dress». То есть вы про это платье еще ничего не знаете. Для вас это вообще какое-то новое, какое-то любое, неважно какое платье. И исходя из ваших интересов, чтобы вам было понятно, я говорю «I bought a dress». Любой, неважно какой. Вот здесь мы будем думать. Вот в этом месте надо думать, принимать решение, надо брать «the» или надо брать «a». И есть два случая, когда мы не особенно думаем. Вот в одном случае мы не думаем вообще. Это тот случай, когда мы используем слово существительное после be или после have. Be, be – это быть, являться, и have – это иметь. Да? А если мы в первом случае уточняем, то есть a red dress? Какое? A red dress. Это еще один случай, я расскажу. Итак. Значит, когда мы приняли решение, что это что-то новое, исходя из уважения к собеседнику, чтобы ему было понятно, мы употребляем «a». В случае, когда у вас существительное стоит после «быть» и после «иметь», он дворник, у него есть метла. He is a janitor, he has a broom. Не важно, что он конкретный дворник вот этого двора. И не важно, что у него одна единственная метла, и она тоже конкретная. Здесь не надо думать, просто после be и после have существительное в единственном числе будет с e стоять. Здесь думать не надо, это просто надо запомнить. Здесь как шмел и тарелька. Шмел пишется с мягким знаком, а тарелька без. И это невозможно объяснить, это надо запомнить. Вот это мы запоминаем, что после be и после have используется существительное в единственном числе. Дальше остался еще один случай. Это когда перед существительным стоит какое-то прилагательное, которое его описывает. Именно перед существительным стоит прилагательное. И вот тогда надо ставить вот сюда неопределенный артикль. Почему? Если мы говорим «я купила красное платье», «a red dress», я добавила новую информацию этому платью, а все новое идет с неопределенным артиклем. Как только мы добавляем информацию «еще», мы не уточняем, мы описываем, мы добавляем новую информацию. Новая информация – неопределенный артикль. Итак, суммируем. Неопределенный артикль берется, когда у нас что-то в единственном числе, когда нам надо показать, что это один, дайте мне стульчик, give me a chair, мне нужен один стул, и вообще какой-то любой стул. А после be и после have, he is a pilot. Не важно, что он какой-то конкретный пилот, здесь просто надо запомнить. И если мы описали «this was a very beautiful girl», это была очень красивая девушка, описали мы эту девушку, не важно, что мы про эту девушку до этого говорили, мы описали, мы добавили новую информацию, все новое идет с неопределенным артиклем. Во всех случаях, вот все случаи употребления неопределенного артикля всегда можно вот в эту майндкарту включить. То есть нет таких случаев, когда мы говорим «a»,
И оно сюда не входит, вот никак не укладывается в эту майнд-карту. Все случаи сюда укладываются. Даже если вы говорите, например, какое-нибудь устоявшееся словосочетание, например, in a day, через день, a означает один. У вас здесь это учтено. В любом случае употребление неопределенного артикля сюда вписывается в эту майнд-карту. Работаем с этой майнд-картой. Еще раз посмотрели, у нас основная информация, основной компонент A в скобках N – это его форма, существительные только в единственном числе после них идут. Самое главное – это выбрать, это новое или это конкретное. Совсем-совсем не думать после be и после have тоже его берем. И когда мы описываем, тоже мы берем неопределенный артикль. Перерисовали эту майнд-карту. Перерисовали по ходу пьесы? Прекрасно. Вспоминаем, по центру у нас было A в скобках N. И под низом в кружочке было 1, что означает единственное число. Вверху у нас было красным цветом написано новый, любой. Так, здесь было в зеленом кружочке черным, что надо просто запомнить. Be и have, после be и после have. И здесь у нас было определение, то есть когда что-то описываем, новая информация требует неопределенного артикля. Откройте какой-то другой листочек и нарисуйте эту майнд-карту еще раз. Еще 10 секунд. Заканчиваем задание. Закончили задание. Сравниваем эту майнд-карту. Итак, любой новый, неважно какой, перед существительным в единственном числе. Если у вас в предложении стоит в этой же ситуации, то есть после be или have, или что-то описали, или это новое, но это во множественном числе, то мы не можем взять один. Да? То есть, например, у меня есть родители, мы не можем сказать, у меня есть один родитель, потому что a обозначает один. Мы не можем сказать, у меня есть один родитель. Вот. Но у меня есть вот эти конкретные родители, мы тоже сказать не можем, потому что мы же просто рассказываем.